Участие в открытой сессии принял вице-губернатор Владимир Свеженец. Руководитель района отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, удалось сохранить стабильность во многих отраслях. Благодаря подписанным соглашениям с инвесторами завершена реализация 3 крупных проектов. На подходе еще 4. Успехами могут похвастаться и аграрии Динского района. В 2014-м они собрали более 250 тысяч тонн зерна. Потенциал района очень высокий. Консолидированный бюджет позволяет сегодня выполнять все вопросы местного значения для того, чтобы еще приумножить те задачи в социально-экономическом плане развития территории. Глава района Сергей Жиленко отметил, перед муниципалитетом стоят большие задачи, но самое главное – удержать хорошие показатели. Работу главы на открытой сессии депутаты признали удовлетворительной.